Нарушение санитарно-химических показателей питьевой воды. Эксперты Одесского облцентра Минздрава обнаружили несоответствие нормам воды в 8 населенных пунктах региона. Нарушения зафиксировали в Татарбунарах и Болграде, селах Кулевча, Сергеевка в Саратском районе, а также в Мирнополье, Павловке, Вишняках и Надеждовке в Арцизском районе. Ведомстве сообщили, что нарушения были обнаружены в 14 пробах воды. О том, как будут решать возникшую проблему, пока не сообщается. Отмечу, что для юга Украины проблема качества питьевой воды актуальна уже много лет.